сорт томата Алсу. Это среднеранний сорт. До созревания проходит около 90 дней. Сорт невысокорослый, может достигать высоту до метра. Очень урожайный. Куст требует подвязки к опоре и посынкования. Лучше всего формировать 2, максимум 3 стебля. Плоды бывают крупные, до полкило. Этот у нас весит 249 грамм. Сейчас мы его разрежем. Вот такая вот мякоть розового цвета внутри. Томат многокамерный, мясистый и сочный. Сорт этот салатного назначения, но также можно делать с него всякие домашние заготовки.